в лесу над Тайдинскими пещерами. Красиво, зелено, романтично. Лесенки, веревочки, скалы. Буквально все для любителей экстрима и красоты. Нам очень понравилось. Мы остались довольны. Всего-навсего 100 рублей. За 3 бакса нормально, слушай, экскурсия, что? Хотя с учетом того, что на Ванкаве все бесплатно. Не, ну они что же здесь, видишь, и лесенки делают, и канаты там натягивают. И... Не, ну да, нормально. И свет тут проводит же, знаешь. Единственное, что вот мне не нравится, что нужно бежать. Не, ну извини, как бы видишь, что надо...